Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей Кузнец из Псковской области. Вчера занимался покрасочной работой, весь уделся как хрюшка. Вот чистая парадно-выходная куртка, я имею в виду, ну как, строительная куртка, превратилась уже в действительно строительную куртку. Сегодняшняя серия будет техническая, кому интересно, про мотоциклы, пожалуйста, смотрим. Мой верный конь меня подвел. Поехал я вечерком снимать показания счетчика, они у меня на столбе у соседа Михаила, потому что я питаюсь от него. Поехал, все нормально, подъезжаю к щитку, открыл все, взял показания, счетчика списал. Завожу, даю газику, как обычно, и не тут-то было. Ручка газа крутится на все 360 градусов. Ну я по старинке, я же вырос на мопеде Рига 11, Рига 13. Там берешь за рубашку тросика и погнали дальше. Вот примерно так и было. Включил первую передачу, отпустил сцепление и на потергухе я доехал до дома. Сейчас буду ремонтировать трос ручки газа. У меня троса данного нет на этот мотоцикл. Он наполовину собран из китайских запчастей. Десна Кантри 200 кубовая. Я по старинке, как я делал на Яве, на мопеде Риги и на многих мотоциклах, которые мне привозили соседи, а именно по там, где я раньше жил, в Новгородской области, с соседних улиц привозили ко мне ремонтировать многие мотоциклы. И не только мотоциклы, иногда даже машины ремонтировал, если что-то так не очень серьезное. В данный момент сейчас я вам покажу, как это все выглядит, и покажу, как я из этого положения выйду. Вот видите, трос внутри глубоко. Сейчас я его вытащу пассатижами, круглозубцами, и одену на этот трос специальную штучку приспособления. Ручка, она вставляется вот в эту прорезь. И она работает вот по такому принципу. На себя крутишь, трос поднимается. Как видите, я вытащил трос. Сейчас концы сделаю, чтобы они не были пушистые. Взял обычную вилку современную на 220, в розетку, которая вставляется. С лапки сделал, конечно, с подачи соседа, он здесь мне помогает. Я обычно клепал гайки, но гайки разные по качеству. И взяли просто вот этот лапку вилки, просверлили отверстие двоечкой, отрезали, и сейчас будем клепать на двух молотках. Вот видите, обычная вилка. Вот сам штырек от нее. Отрезаем кусочек, вот он такой маленький кусочек. Сейчас будем сверлякать отверстие. Коли техническая серия, надо показать, как это происходит. Когда на колесах. Просверлили на конце демофаску по то, чтобы волосики троса распушить и они
стали, как сказать, ограничительным, чтобы бабышка не улетела во время клепания на молотке. Наковальня есть, но сами понимаете, здесь наковальню еще надо держать третьему, получается. А молоток на молоток самое оптимальное, как бы, как на молоте, между бойком и ударной частью. Для тех, кто понимает. Не буду умничать. Сейчас финальная стадия. Готовченко. Держишь? Угу. Еще. Еще, наверное. Что-то она что-то не хочет. А если отвертку крестовую наставить и по ней шмур. Готов. Пох, пупок. И. О. Еще чуть-чуть. Леденец какой-то косолапый попался. Ну то с годами. Да? Мало, по-моему. Сейчас надо подточить бабышку вот эту. Она чуть длиннее, в корпус не заходит. Напильничком немножко.